Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами канал Ирина Шевелева «Цветочном мире». Сегодня уже, ребята, 1 апреля. Да, сегодня 1 апреля, и, как я обещала, хочу вам показать свои череночки петунии. Петунии, как я уже вам рассказывала, я получала еврочеренком, укорененным и неукорененным. И также я предлагаю его к продаже, поэтому я хочу вам показать, как выглядят кустики. Все они выглядят по-разному. Вот это вот тоже. По сортам, ребята, рассказывать не буду. Значит, в конце видео постараюсь ставить каталог по петуниям вербенки и калибрахо. Ну, естественно, и по запросу каждому сброшу на Viber или WhatsApp. И закреплю свой номер телефона в первом комментарии. Ну вот, начинаем отсюда. Это так вот выглядят череночки. Они разные, ребят. Это самые большие. Вот прям самые большие уже, которые начинают зацветать. Вот есть также калибрахо. Вот она. Она тоже вся разная. Вот так они выглядят. Где-то побольше, где-то поменьше. Смотря какой сорт. Вербеночка вот здесь немножко попалась у меня. Вот. Также немезия. Опять вот калибрашечка. Здесь у меня лобелия. Лобелия у меня два вида, синяя и белая. А еще есть кустовая, тоже вегетативная. Она, значит, двухцветная. Вот. Вот так вот они выглядят. Ну, пойдемте дальше, покажу. Вот здесь у меня еще немножко тоже стоит. Везде все кусками, как говорится, где есть место, там и ставим. Вот. Ну, пойдемте. Тут у меня все идет пустая. Вот здесь начинается тоже у меня стеллажик с черенками. Это у меня со старого каталога. Это вот у меня аморка белая. Там, вот она так выглядит, беленькая. Кустики такие прям шикарные-шикарные. Это фанфара белая. Видите, какой красавчик. Очень шикарный куст. Вообще настолько красивое растение, что прям не передать словами. Вот это у меня что-то с флэш-дэнсов, насколько я помню. Такой вот расцветочка. Ну, расцветок очень много. Это вот это такая, которая побольше у меня, ребят. Это все со старых каталогов. То есть это то, что я сохраняла. Так они выглядят все сегодня. Тут что-то распускают. А, это Петхоа Бордоукс распускается. Вот красавчик. Ребят, все не помню, поэтому не буду. Вот это у меня Гоутуния такая красавица, номер 214. Просто красотка. Так что кому надо будет, я сброшу и старый каталог. Вот так они выглядят на сегодняшний день. Там тоже что-то зацветает. Что это у меня такое тут зацветает? Да, такая глазастик такой очень красивый. Кстати, кустиком растет прям шапочка-шапочкой. Вот. Это немезия. Это немезия, ребята, у меня пересорт. Смотрю, здесь вот и желтенькая есть. Я уже видела красненькую. Я почему и ее не обрезаю, даю ей зацвести. Не пересорт, у меня только один сорт. Это немезия двухцветная, даже трехцветная. Она бело-красная, с желтеньким глазком. Я вам тоже как-то ее показывала. Вот. Ну, тоже будет в каталоге. Сброшу ее, если надо. Ну, а вот это все уже пошел еврочеренок укорененный. Вот я их прищипывала. Все они выглядят по-разному. Вот. Ну, не то, что прищипывала, я, естественно, сняла с них. Ну, не со всех. Где-то не трогала, а где-то сняла череночек. Так как нужно было это сделать, потому что в любом случае ему надо пушиться. Вот это вот вообще чисто европейский материал получается. Так, идем дальше. Так, вот это, ребята, у меня не, это вербеночка тоже. Вербенку я сохраняю уже не первый год. Сортов у меня очень много. Тоже, ну, в общем, кустики выглядят все шикарно. Прям вообще такие набитые-набитые. Есть, конечно, где-то и поменьше кустик. Смотря какой сорт. Сорта тут тоже очень много разных. Вот этот сорт 40-й, не помню какой, но он такой какой-то немножко маловастенький. Также есть бакопка белая немножко. Это вот, по-моему, что-то с капеллой. Или я ошибаюсь. Ну, не помню все сорта, ребят. Просто, ой, мозги сильно загружены всем. Вот. Вот еще такой сортик. Такая нежнятинка. Когда он вырастает, ребят, ну, полностью вот просто забитый горшок цветами. Одни цветы.
Может быть, я что-то увижу в своих распущенных уже кашпо. Ну, это у меня здесь тоже стила. Тут немножечко. Тут я сделала рокировочку. Убрала немножко гацани уже на улицу. Потому что надо куда-то ставить следующий. Кстати, вот я показывала вам. Вот он. Этот красавчик. Вот такой вот он яркий. Это 171 номер, по-моему. Значит, надо убирать уже цветочки. Такое кашпо у меня тут. Ну и вот здесь опять начинается, ребята. Это все укорененный еврочеренок. Вот он. Есть разные кустики, есть хорошенькие. Ну, естественно, отсылать я буду самые лучшие выбирать. Тоже разные сорта. Тоже сброшу потолок. Кто попросит, пишите на Viber, WhatsApp. Всем все сброшу. Ну и здесь у меня еще. Здесь тоже разные череночки. Здесь уже есть и семенная, то есть и тайдалы, и опера, и зивей. Есть также вегетативочка. Вот 186 номер. Ну вообще, ну просто такая бомба какая-то. Обалдеть. В общем, разные, ребята. Есть где-то побольше, где-то поменьше. Есть разные. Это вот все у меня. Ампельная петуния. Есть вегетативная, есть семенная. Есть разные. Есть каталог и по семенной петунии, и по вегетативной. Вот тут тоже еще у меня немножечко уголочек один. Есть разные, ребята. Но стоят они везде. Везде по всякому. Вербеночка. Вот эта вот вербенка, кстати, чисто красная. Такие вот кустики. Это крупный лист и крупный сам цветок. Такой насыщенный красный. Вот это моя непотеряшка. Так выглядят кустики немезии. Это моя двухцветочка. Вот такие. Ну, это пошли мои малыши георгинок. Кстати, тоже есть каталог на георгины, но это маленькие георгинки еще. А есть вот такие монстрики. Вот уже они у меня большие, они в больших объемах уже. Вот такие красавцы. Георгинчики. Пьют очень много воды вообще. Пьют, пьют и пьют. Я их все поливаю, поливаю. Вот. Так. Здесь тоже какой-то сортик у меня стоит, но он какой-то совсем слабенький. Но в любом случае, 20 номер, что-то есть. Выбрать можно. Так. Ну, тут у меня еще все идет. Вот это вот уже отсюда, ребята. Это алисум Snow Princess, может, кому нужен тоже будет. Но его нужно прищипнуть. Но у меня есть побольше кустики. Гвоздичка. Это обычная гвоздичка, многолетник. Так, ну это у нас бегония вечно цветущая. Ну, а вот это уже все, ребят, тоже пошло у меня. Это все еврочеренок. Вот. Тут много разных номеров. Вот так она сегодня выглядит. Что-то я прищипывала, что-то не прищипывала. Может, еще, конечно, в любом случае пройдусь, прищипну. Вот. Ну, в общем, разные. Может быть, каких-то номеров и не будет. Но очень много есть. Выглядят они очень хорошо. Все вот такие вот кустики. Что-то у нас тут такое полкастое. Я не прищипнула, пропустила. Ну ничего. Можно прищипнуть. А может, кому нужно будет, тот сам прищипнет. Снимет череночек. Так что, ребят, предлагаю вам ампельную петунию вегетативную. Можно на маточник. Можно для себя сейчас выращивать. Еще очень много времени у нас, практически 2 месяца, чтобы вырастить красивое кашпо. Вот, и оно вас будет радовать. Также вот тут я стою рядом сейчас над своими вербенками. Тут такие у меня уже кустики вербенки, все подстриженные. Очень красивые, ребята, расцветки, так что предлагаю. Ну вот, все как-то так. Вот такие у меня здесь дела. Вот у меня, кстати, ребят, по поводу... Это новиночка этого года. Это петунья варигатная. Очень медленно растет, ребята. Так медленно растет, что просто сил нету. Также, кстати, и калибраху. Вообще очень медленно растут. Такие медленно растущие. Ну, может быть, вот они сейчас пока раскачаются. Сейчас я вот дойду, покажу вам с него кашпо. Вот это все тоже череночки. Так что, ребят, кому нужно, обращайтесь. Вот это моя немезия. Вот такие кустики.
Двухцветочка, я ее просто обожаю. Красивая. Это ампельная гвоздичка. Так, это ампельная гвоздичка. Только не подписано, какой цвет, чтобы я не попутала. Ладно, потом разберусь. Почему она не подписана, я не знаю, почему я ее не подписала. У меня просто два вида. Есть красная, есть пурпурная. Такая красивая. Вот. Ну, вот тут все, дальше пошли череночки. Череночки разные, разные, по-разному выглядят. Но в основном уже такие хорошие, красивые. Есть, конечно, и поменьше. Вот это моя хризантемка, тоже разная. Но хризантемку, может быть, сегодня еще не выложу. Дочь еще не сделала мне каталог. Ну, наверное, может и сделает сегодня, если все будет хорошо. У нее маленький ребеночек, поэтому не всегда есть время у нее. Но думаю, что сделает. Вот так вот выглядят мои петушечки. Так, ну а тут, ребят, калибраху хочу показать. Ну, калибрашечки, конечно, тоже очень много расцветок, но они еще не очень большие. Есть разные. Есть вот такие. Ну, по-разному выглядит тоже калибрахуа. Ну, расцветочек тоже очень много. Вот это все тоже это все уже европейский укорененный череночек. Вот они тоже все разные. Но красивые сорта все. Кто желает, естественно, сброшу каталог. Так, это у меня со старого, наверное. А, нет, это семенные у меня. Петунии, вот это семенная. Тут, смотрю, есть тайдальчик. А, нет, это вот у меня немножко оперы, разбираюсь, наверное, два кустика. Ну, в общем, разные, ребята. Так что, кому нужно, обращайтесь. Это мои постриженные кусты, до которых я все-таки добралась. Тайдалы, оперы, изивей, все, которые я сажала. Так они на сегодняшний день выглядят. 3 литра я их так и не пересадила. Решила, оставила их. Здесь есть вот они 1,5-литровых кашпо таких. Листик надо убрать желтенький. Вот, есть в 1,5-шечках, а есть в литрах. Поэтому разные. Так, вот здесь у меня еще тоже череночки. Вот смотрите, ребят, как она плохо развивается. Это калибрахуа варигатная. Ее совсем мало у меня осталось, ребят. Но она и очень медленно растет. Может, потом она стартанет, но пока она раскачается, такая уже, если эти растут вот прям как на дрожжах, череночки, то это. Вот она у меня еще здесь, немножко ее есть. Но очень медленная такая, прям медленная-медленная. Рядом, вот смотрите, какие монстрики. Все в одно время сажалось. А это еще как-то раскачивается. Вот. Так, ну тут у меня везде уже калибрашечки идут. Хотела, ребят, что все что-то начинает по-новому зацветать. Хотела показать. А, вот хочу посмотреть, что у меня там расцвело в кашпо. Может быть, какие-то сорта. И увидим. Так, тут у нас аморка расцветает. Ничего такого нету. Все. А, хотела показать вам, ребят, вот. Получается, вот у меня кашпо с моего еврочеренка. Смотрите, как она медленно растет. Может, она еще стартанет, но пока она так раскачивается долго. Вот это вот новиночка. Новиночка. Варигатная петунья. Вегетативная. Расцветка у нее, конечно, симпатичная. Такой ярко насыщенный. Даже не знаю, то ли фиолетовый, то ли какой цвет. Я смотрела в интернете. Ну, в общем, увидите. Сброшу каталог, если надо кому-то. Но растет пока медленно. Пока раскачается. Также хочу еще пройти, ребят, показать вам калибраху варигатную. Дай бог мне ее найти, конечно. Так, где-то она здесь у меня должна быть. Вот она у меня. Смотрите, уже месяц сидит. Такое же чудо маленькое. Здесь два. Ну, оставлю себе, конечно, на маточник их. Но они такие прикольные. Пока растет медленно. Ну, уже подросла заметно, кстати, здесь.
Вот, и здесь у меня тоже еще одно кашпо такое же. Здесь, наверное, три. Но я их черенковала, естественно, резала. Может быть, если бы я их не резала, они были бы намного пышнее. Ну, я знаю, что это будет мой маточник, поэтому ничего страшного. Так, вот это вот у меня еще корейская хризантемка, тоже всякая разная. Все прищипнуто уже. Есть поменьше, ребята, есть побольше уже. Есть разные. Тоже каталог будет чуть позже. Может быть, даже сегодня доченька сделает, а может быть, и чуть позже сброшу. Так что, ребята, пишите, кому нужны растения вегетативные, кому-то на маточники, потому что череночек свеженький. Вот. Ну, так же, как я вам уже и сказала, что есть прошлогоднего. По прошлогоднему черенку могу точно сказать, что-то можно оставлять, а что-то я бы и не советовала оставлять. Есть сорта, которые... И причем, ребят, вы знаете, я же оставляла тоже в этом году первый раз себе с прошлого, с 23-го года, получается, черенок. Вы знаете, вот они вроде как вообще не растут. Сразу некрасивые какие-то такие. А потом как стартуют, вот как только чувствуют весну, начинают расти и такие красивые становятся. Поэтому даже не знаю, что сказать уже. Вот. Ладно, мои дорогие друзья, всего вам доброго. Пишите, обязательно сброшу каталог, если кому нужно. Вот, отправляю я белпочтой, желательно белпочтой, но также отправляю европочтой. Если европочта просто в 30 километрах от меня, мне нужно ехать определенный день туда, ну ничего, съезжу. Главное, чтобы были заказики. А так я отправляю белпочтой. Белпочта находится у меня прямо в поселке. Очень удобно, пришел, отправил. Как говорится, все. Все, мои дорогие друзья. Всего вам доброго. Пишите, звоните. И обязательно всем заброшу каталог.